На канале СТБ состоится премьера восьмисерийной мелодрамы «Любовь Веры». В центре сюжета сериала Вера Андреева. Ей 35. Она яркая, красивая и современная учительница. В ее жизни все хорошо, кроме одного. Вера вот уже 17 лет ищет своего сына, которого она отдала, оказавшись перед сложнейшим выбором. В юности у Веры было все для счастья. Первая любовь с однокурсником Мишей, нежданная, но счастливая беременность. Все рухнуло, когда ей 17-летней сообщили диагноз ее мамы, за жизнь которой нужно было бороться большими деньгами. Далее, как в тумане, обман с продажей маминой квартиры, безысходность, стремительные роды и недоношенный ребенок. В бреду в реанимации Вера жертвует собой и своим материнством. Премьера восьмисерийной мелодрамы «Любовь Веры» состоится 22 марта на канале СТБ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.